Çok katlı ev var. Nice olsun yakın kultura evine hem gaydarji adına teoretik liseyine. Bunun için nişanladı arhitektör Georgi Çuhriu. Изначально было это вот желание сделать много уровней, ну, высотное здание, но в процессе проектирования, изучения участка, поскольку грунты не очень хорошие, конструктора нам посоветовали и... Бесите диктаю секи виапма, а молоджеки дикатлиев. Пизим касабамызын меркезинда йок чок катлиев. Буюзиря кабледильды карарю секи виапма. То есть это здание будет, которое, ну, которое предлагается сейчас для этого ПДП. Тот архитектор, который делал это ПДП, план детальной планировки, обосновал вот в этом проекте возможность, то есть возможность на этом участке поставить вот это вот здание. Конечно, вот есть условия, которые примария поставит, архитектура или это вот, или уже конструктора, но сейчас, вот на данный момент, на сегодняшний день, выносится на слушание именно возможность постройки этого здания на улице Ленина, здесь в центре Камрад. Диль хепси инсанар тутурерлар бу карары. На сайтчылар хем яшаянар кинди бакышларыны ачыкладылар. Мое видение не место этому дому там. Никаких, ни один этаж, ни второй этаж. Бу евин диль орда ири. Я реально за то, чтобы развивался город, строилось коммерческое, жилое. Мы должны ловить этот момент, потому что сегодня все люди стараются переезжать в столицу для того, чтобы... Бянса касабанын илермиси ичин. Когагы узянын баш касабысы зингинен син. Как коммерческих, так и Сережа, согласно генплану. Примарии и тому подобное. Дайте расскажу. Единственная просьба, ну, чтобы вы были в курсе, многие недовольны высотой. То есть, если это 11-12 этажей. Будет просьба учесть, может быть, есть вероятность сделать ближе к Дому культуры, ближе к лицею высотой, чтобы была это... Пожалуйста, коммерция, первый, второй этаж, жилые, третий, четвертый. Но чтобы это не было настолько большим зданием, чтобы она закрывала вид. Исполкомом, лицеем, это является одно самое дорогое место, что все наши гости... Бу иен палы ер. Кот та и олсун гостиница, ама дильев. Жилой комплекс дома, как Николай сказал, что спортивное, что-то может... Какие-то спортивные, может, какие-то гостиницу, как бы, чтобы кто-то приезжал. Я вам скажу, что-то построили, но не жилое. Здание должно построиться, на том месте не должно быть места, где будут наши дети, либо вообще дети нашего города, которые... Колсун буев орда олыджей гюзель берьев. Некотор башка кюту ишляр. Бу та и вариант олыджей кибу проблемы и чузьмя. Мусорная свалка, как она сегодня является, в принципе. Там в принципе, она собирается, кидают целлофаны. Я не говорю, что там прям страшно все, там прям мусорная свалка. Но кидается опять же, залетает ветром целлофаны и тому подобное. И в принципе, когда смотришь, оно и становится как мусорная свалка. Если там должно построиться. Здание, я не знаю, уже как бы здесь должны решать сами хозяева, что они их там видят. И, соответственно, уже примария должна смотреть, чтобы было все в рамках закона. Хевси джумлелери ангалары ачикландылар джумня сеслемеклеринда, юландыры джеклар комрад касабасынын примариясына. Бу сорушун карары кабледиледже гелянна сайчыларын отурушунда. Ирина Караман, Влад Табачук, Алексей Герчу, хабарлар.